Копченую какашку засунуть туда. Или шишку. Нет, я вот эту красоту вот такую засуну. Ва, красиво как. Теперь-то у меня что сломалось? Мощная кожа и грубая нить. Каменная масса. Так. Чё? А, не понял. Ух ты, с коняшкой даже. Или это ты поставила? Это я поставила. А подожди, почему он мне кирпичи делает вместо каменной массы? Потому что, смотри, сделай, да, вот так. Нет, стой, вот так. Оп, всё. Все, он перестал что-то делать. Потому что ресурсов, наверное, нет. В смысле? Вот. А, вот. А, блядь, потому что я туда не то положила. Меня. Ну, теперь ты будешь делать мне каменную массу? У меня закончилась каменная масса. Я теперь не могу красоту наводить в своем доме. Надо было мороженого купить. Ух ты, какой большой, смотри, медный слиток. Ого! А как туда попасть? Ну, а, туда, наверное, попасть только можно, когда будешь летать. Ну да. А ты где ходишь? Ну я возле... А, нет, подожди, стой, вот, возле дома. А, нет, все. Ты сможешь его сломать, или тебе скажут, что не хватает того, сего, пятого, десятого? Не знаешь, посмотрю. Знаешь, что я нашла? Что? Растители для стен замка. Мы будем жить в пещере из-за стен. Так. Блэк. Ну ладно. Проблема только в том, что мне придется делать стены замка не дырявые. Это угнетает. Ночь наступит, попробую эту гору трупов убить.
Какую гору труп? Которая прям возле этой медной штуки ходит. А там большая? Хочешь, я тебе помогу? Или как всегда, не хочешь? Давай, я рядом. Такой, ну, давай, конечно, как бы. Не, давай, быстрее. Можешь мне помочь? 38 уровень. Ого, бегу. Так, короче, взрывчатку только использовать. Блин, да? Там написано взрывчатку? Да, я когда по ней попал. Где-то мы... А, в алхимическом столе взрывчатка да. Делается из серы, точильного камня и досок. Так, я, в принципе, сейчас уже запинаю. А, ты рядом, ну ладно. Знаешь, точно не надо помогать? Ну, ее быстрее убить, это вместе. Хотя, да, конечно, это заклинание пипец прям. Но... Пол хп. Да. Оно крутое. Ну все, я уже запинал ее. За счет этого заклинания. Да, с этими безжалостными методами топорами, конечно. Быстрее нам. Намного быстрее, конечно. Ну да. Здесь наш замок порос какой-то порослью. Сранью. Зарос. Так что не пугайся. Ладно, чтобы жучков, паучков не было. Мы же вампиры, нам же насрать. Мы их едим. О, доктор Бон, стой. Что ему лук дать? На, чел, уходи с луком. Я ему свой лук отдала, я им все не пользуюсь. Вот твой слуга, он тоже пользоваться не будет. Лук растет. Почти все срубил на этом участке.
Эй, каменная масса! Что, не делается? Сейчас делается. Где? Ставила. О, блин. Что мне делать? Есть каменная масса? Наверное, другие цветочки посажу все-таки на улице. Короче, знаешь, где я посадила цветочки? Где? Иди сюда. Сейчас, секунду. Ну. Здесь два. Угу. И вот здесь, вокруг розы. Вот эти вот. Вокруг тут. Садика? Да. Вот. Блин, ты здесь манекен поставила? Ведь когда его будешь бить, деревья будут... Ну ладно, пусть будет. Я пошел дальше пилить. А, даже не пошел. Пилить деревья пошел. Пифов. Мне срочно нужна каменная масса. Раздели по этим. Блин, точно, ты откуда такой умный? Потому что я постоянно бегаю к этим. А где глину, интересно, брать? Ну-ка. Глина. Изготавливается в дробилке. Ну, у нас нет глины. Рецепт, наверное... Хотя нет, он был бы здесь открытый рецепт. Ого. Чё? Усиленная доска. Доска плюс металлическая эта. Усиленная, блин. И отключили. Сейчас выключу, подожди. Заметался такой верный. А ты просто пол убрала и все? И... Да, оно стоит не на полу. Ну, короче, под ней нет пола. Нельзя сделать под ней пол, поэтому, когда ее перетаскиваешь, ну, она выдергивается с фундамента. А, ты сердце замка перетаскивала? Да. А его можно перетащить? Да. Угу. Не выходной, что ли? Нет. Да. Сегодня суббота. Ну, я и говорю. Ну, в смысле, завтра. Завтра, да. Ужасно. Обычно. Ой, медведь спит. Ты его зафоткал, Крин? Да. Вернулся, блин. Так, ну попробуем бочку. Так, что это такое? Волки заспавнились прямо на глазах.
Ага, блин, попробуем бочку, блин. 10 раз попробуем. А что с бочкой? Я ее не взял. Хочешь посмотреть? На взрывы? Да. Давай, у тебя есть, не знаю, полминуты. А как я доберусь-то? Так, я не туда пошел. Блин, короче, я не с той стороны спрыгнул. Я просто день наступит. Ща, я пытаюсь понять, а где, как, куда к тебе идти? Так, идти вот сюда. Бегу. Вот, привет. Привет, иди за мной. Ну-ка. Если нас не разнесет в хлам. Беги, Ена. Оп, поставил. Выстрели в меня. Стреляю. Бам! Вкусно. Медная руда. Прям много. Ну как? Ну, знаешь, по-моему, не очень много. Что? Павук 8. Блин, у меня мои 77 заканчиваются. Вот так всегда, короче, ем бомжей и иду воевать. Ем каких-то крутых ребят и сижу дома, строю, блядь, вазы. Ну все, давай, на следующую ночь пойдем, не знаю. Так а что, у меня закончится мой 77, и я пойду, как обычно, с бомжом. То есть, ну, моя теория работает как часы. О, животное 49. Животное 49 умер. Я не удивлена. Блин, мне так нравится, что у нас, короче, мы не стали, ну, эти руины удалять, у нас вокруг замка руины. Это так круто. Мы их все удалили, они просто спавнились заново. Ну, я имею в виду, что после когда спавни пол кладешь, то ничего не восстанавливается. Что это не... Так, не понял. Что? Опять. А, вот прикинь, короче, смотри, где я стою на карте. Вот здесь. И мне засчиталось, что я вышел за пределы. Я деревья просто рублю в этом направлении. Ну, ты мог бы рубить, например, в другом, блядь, направлении, где мы уже были. А не лезть туда, где мы еще не были. Наверное, это несложно сделать. Ну, блин, вот... Ну да, в принципе, понимаю, для тебя это сложно. Ну ты меня совсем идиотом. У тебя твой муж идиот, Ксюш, ты только что это сказала. Я ну просто по дороге пошел, вдоль дороги рубить деревья и все. Ну-ка, а если вот эти старые деревья срубить, новые вырастут нормальные? А, какая разница, нормальные. Зеленые, а не вот эти сухие.
А сухие хуже, что ли, или что? Ну, сейчас посмотрим. Монстеру? Монстера! Тут есть монстера! Значит, я засуну туда монстера. Что за монстера? Вот это куст такой. Блин, единственное, у нас нет стен, поэтому я не могу картины запихнуть. Картину имени себя. Поставь стену. Чего? Все равно тебе. Я не хочу стену ставить. Я не хочу. Мне не надо. Поэтому я лучше буду без стен. И без картины имени себя. Вот, я могу вот сюда запихнуть картину. Оп. О, картина имени меня. Мини-меня. Мини-меня. Бля, эта картина теперь выглядит как телевизор. Слишком яркая. Надо, наверное, какую-то другую. Так, ночью пойдем куда-нибудь или как? Ты тетка? Да, поставлю красивую тетку. Какая красивая. Блин, какую-нибудь картину нейтральную, потому что они все яркие, выглядят реально как плазма на стене. Круглые рамки. Чё, Гриш, куда пойдем? А, пойдем куда-нибудь или... Да, какие все. Красивые. Да, идем. Выбирай, куда. Надо крысу найти. Крысу? Пошли крысу искать. Все, круглая картина еще норм. Еще деревянное обрамление. Пойдем тогда, знаешь, куда? Предлагаю идти. Блин. Короче, я кину весь мусор вот туда и потом расформирую его. Знаешь, о чем я и говорила. Когда срочно надо куда-то бежать, блядь, ходить по всем сундукам. Знаешь, куда пойдем? Вот здесь мы не были. Давай вот в этом кусочке порвемся. Давай. Тогда мы идем вот в эти врата. Ставлю нитку, допустим, сюда. Допустим, сюда. Так вот. Ты уже там, что ли? Нет, я возле дома. А, у меня почему-то... Блин, я... У меня почему-то... карта переворачивается. 2, 38, 34.
Блин, придется, наверное. Нет, разбойник 30, блин, я брезгую. Брезгует. Когда вкусил 90, уже потом не хочется других. Топоры, дровосека. Колпак некромант продает родовый шлем. Кстати, шлемы они продают, у нас 0 шлемов. Во, что, монетки взять? Да, знаешь, сколько они стоят? 150 рублей. Колпак некроманта стоит 150 рублей. Может... Больше шапок нету, да? Есть колпак некроманта и ржавый шлем. Оба 150 рублей. Взял 300. Есть еще книжки. Перчатки всякие. Жилет черный. Книж... У нас, по-моему, такой есть. Сапоги мародера. Есть. Это все мы сейчас с этими откроем. Да, это у нас все есть. Ладно. И все. И семечки. Ну, это тоже у нас есть. Короче, только колпаки. Если этот колпак будет... Типа отображаться, я не буду носить колпак. Пусть меня убьют, пусть у меня будет защиты меньше. Я не буду носить колпак. Ебучий. А ты что, пешком идешь? Ты бы портанулся. Я что-то на автомате. Ну, короче, понятно, сейчас всю ночь будешь только идти, и снова мы где-то будем стоять. Так ты иди туда, если найдешь, я просто приду. Вот здесь у вот этого мужика колпак. Перекупщик. Мне колпак некроманта. Окей? Окей. Такое ощущение, что сегодня воскресенье. Да. Такое гадкое чувство. Не нравится. Это сталагмит. Блин, Рил, как я должна эту крысу найти? Просто бегать. Я не хочу. Головорез. Браконьер. Нам точно нужна эта крыса? Я... А что сейчас пока делать? Ну... Так, колпак. Она бесполезна. Давай колпак некроманта я купить. А слушай, за это как бы ачивку дают, если тратишь голду. Ну пизда, блядь. Поэтому я и хотела постоять рядом. Ну постояла бы. Так ты сказал, пиздуй, ищи крысу. Я не говорил пиздуй, я сказал, иди дальше. Ты сказал, иди и ищи крысу. Вот так вот. Вот отображается крыса. Колпак. Покажи. А можно его... Да не, а что он дает-то? Ничего. Ну, наведи на него. Ничего не дает, просто броня. О, короче... Хорошо, я купил только одну. Какой ужас, блядь. 7, 11, 31, 7. Блин, у меня заканчивается. Ладно, придется, короче. Придется сожрать разбойника 31. Ужас. Фу, как будто говно поела. Где еще потенциально может быть крыса? Допустим, здесь. Я думаю, нам сюда и надо. Где там пойти?
Собака 11, олень 6. Ой, ладно. Ой, еще один медный рудник. Только на улице. Я добежала до этого острова. Лес Фарбейн. Крысами не пахнет. А, ясно. Мы туда не залезем. Там, короче, нужно летать. Ну и нахер я сюда бежала. Здесь, короче, нужно уметь либо ползать, летать, в общем. Вот. Ну, подожди. Значит, можно обратно топать. Ну, допустим, сюда можно потопать. Телепорт открылся. А как у нас теперь снаряжение 38, если мы в говне ходим с начала игры? Оружие. Оружие мощнее и снаряжение. А снаряжение полный сет дает тебе плюс один уровень. Понятно. Красивые руины. Волк ест какую-то размазню. Хорошо, волки тебя не трогают, когда ты волк. Вообще звери не трогают. Не знаю, эти, блин, пауки на меня нападают. И мухоловки. Ну да. Никаких крыс не видно. Вороны. Ой, армия ворон на меня нападает. Чё? Блин, не на меня. На собаку нападает армия ворон. На меня армия ворон напала на кладбище, когда мы были. На туплят не прибежал. Ну слушай, я не знаю, здесь крыса, может быть. Как бы ноль крыс. Вот ресурсы. И зачем они нужны? Ну, окей. Могу не добывать. Из этих сапфиров и аметистов оружие делается, например. 227. Собака 4. Собака 47. Получаем.
О, прям сквозь камень можно прыгать, когда прыгаешь. Да. О, еще одна большая, еще две большие залежи. О, а здесь, типа, как будто бы должен был быть телепорт. Но его нет. И еще большой залеж камня. Блин, все обошли. Может, она где-то в, не знаю, в пещерном ходе. Я прям даже не знаю, где искать крысу. Каток, про который ты как раз говорила. Странно, медведя нам показали, а крысу нет. Где искать? Ну, может быть, типа фишка в этом. О, свинья. Свиномора, спустопитель. А, босс обычный. Что с них падает? Есть смысл просто так босса вбить? Ну, с него может упасть вот это крутое сердце. Логово. Да, вот еще. Вот смотри вход, как выглядит. Ой, красный. Да-да-да. Туда реально добраться, только летая. Или, не знаю, прыгая, как заяц. О. Что-то мужики пилят. Лесопилка какая-то. Надо к ним. Привет. A new decoration for the front gate just walked in. О, бригадир Рупус. О, нам такой нужен? Или мы его убили? Мы его убили, но... Start running. Чтобы не убить. Ничего не дали. Так, а что, сундук уже открыт, да? Да. Я его полутал. Пока я билась. Не, пока ты там бегала вокруг.
Я вообще-то с боссом билась. Не-не-не, я его открыл, пока ты бегала вокруг двух этих мужиков. Босс потом подошел. У него все записано. Этот астральный волк для толпы хорош. Он от одного к другому перескакивает, да? Да. Ну, я прям даже не знаю, гуглить только. Ну, либо забить, может, он не обязательно. Может, он в единственном экземпляре на карте. Если другие боссы, они как бы по несколько штук. Я там совсем так. Гнилая крыса-грызлик. Фермы стараются избавляться от вредителей. Легенда гласит, что в любой дом, где они завелись, может пожаловать грызлик. Вы никогда не узнаете, как он проник внутрь, но сможете вычислить его по запаху мертвечины и неуемному зверскому аппетиту. Так, 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 так. Я опять свиномор представил. И что бы это значило? У тебя карманы забиты? Нет. Я тогда в сторону дома, пока убежал, может, еще куда-нибудь сходим. А то я протянуться не смогу. Обнаружена область волчьего логова. Грызлик. Волк. Разбойник 79. Сюда, разбойник 79. Блять, кто из вас? Как же трудно теперь понять, кто из них разбойник 79. Наверное, сдох. Похоже. Блять, похоже, разбойник 79. Уже на том свете. Был слишком мелкого уровня. Да, 8, 9, 5, 2. Ну, а вот нашла разбойник 79. Он куда-то пропадал. Его, кстати, не так. Ну, в общем, мелочь. Проще убить, вот, поэтому. Так, не тот разбойник.
Так, что такие крутые возле дома оказались? Лучники. Люси, блин. Полетела, блин. Вот бы можно было, например, набрать кучу человеков, ну, с кровью там 100, 98, и разводить их. Наверное, было бы, да, круто. Ну, у тебя всегда был бы приток нормальной крови, а не бомжей. Мог бы расформировать весь мусор. А, у меня места нет, я вот сейчас сам раскидываю. Так, тут бумаги еще наделалось. Куда кладется каменная... А, я знаю, помойку. Бумага. Хочешь, покликай. Угу. Ну ты срач тут развел. Поэтому не на салфетке. Пряник крошится чуть сильно. Ну что ты там сделал? Так. О! Перчатки, лук. Ну это дерьмо, по-моему. Так, сумеречного странника. Так, и последний я что-то изучил и... Декорация из камня. А. Горгулья снизу. Осталось 4 здесь. И нужно новый стол ставить. А этот можно удалять? Ну, по сути, наверное, да. Потому что здесь уже будет все исследовано. Ah!
У нас там следующий босс, это уже босса следующего акта, да? Стекло так не появилось, да? Стекло нет. Это в другой локации, похоже. Все-таки. Ладно. Надо уже идти. Ладно, сейчас пойдем. Эй! День переживем тогда и пойдем. Окей. Хороший арбалет. Нужно железо. Видел горгулью, которую я поставила красиво? Еще, ну, сейчас продукт смотрю. О, боже мой. Ты же там бегал 20 раз. Я уже вовсю лес долблю. Ну, я ее поставила 100 лет назад. Ты мог уже эту раз уйти. Блин, теперь не могу эти ебучие занавески убрать. А вот могу. Оп. Там просто навестись нужно. Да, все убрал. Уродство, блин. Швейную мастерскую явно не такое нужно вешать.
Возвращаюсь домой. Может, здесь какая-то кнопка, типа приходишь домой и нажимаешь одну кнопку, и все падает в свои ящики, как в террарии. Вот настройки, управление. Конечно же, нет. Это вот эти две... А, вот эти горгульи. Или нет? Это то, что за книжки появилось. Нет, не эти. О, роза. Стой, подожди. Не руби. А, блин, выросла красивая. Ладно, не буду рубить. Давай они все вырастут и срубишь все сразу. Да не, просто тогда пусть они будут декоративные, пусть растут. Ничего страшного. Давай тогда я сделаю грядки на улице. Смотри, красная будет это. Луна, мы будем сильные. Блин, я куда-то розовую... А, вот он, бурдюк розовый. Отвар по распределению солнца. Устанавливает здоровье. И пустой бурдюк. Там всеми бумаги. А куда мы сейчас пойдем? Перерыв. А,